В блокчейнной революции выживут 5% криптовалют. Произойдет это несмотря на то, что коснется она в основном области маркетинга и рекламы, говорится в докладе аналитической компании Never Stop Marketing, сообщает VentureBeat. Если у вас есть базовое понимание потенциала технологии блокчейн, которая убирает потребность в посредниках, и базовое понимание современной цепочки наращивания стоимости, 44 цента с каждого доллара тратятся на посредников, то довольно очевидно, что самая созревшая для трансформации индустрия – это рекламные технологии, отметил глава Never Stop Marketing Джереми Эпштейн. Позже он добавил, что, по его мнению, в конце концов, блокчейн станет стандартной площадкой для торговли,